Посмотри на меня. Свершилось то, что наконец-то Кристина Андреевна идет на работу, а я еду на кастинг. Дай бог из этого что-то получится, потому что это совершенно не тот кастинг, на который я кидал свои заявки, но, скажем, меня пригласили на другой. Да? Заканчивай. Так, короче, сейчас нужно искать ход. Я хочу просто сказать, что небольшой мандраж, как всегда, естественно, присутствует. И я узнал, на какую роль, наверное, меня вызвали пробоваться. Это нужны для рекламы, там чего-то там. Короче, а-ля барбер с модной прической, с бородой. Вот. Поэтому пожелайте мне удачи. Я надеюсь, что что-то из этого выйдет. Дай бог. Давно пора. Здравствуйте, меня зовут Лобановский Владислав, мне 24 года, рост 173 сантиметра. Радость. Злость. Удивление. Отлично. Все тогда спасибо большое. Да. О, привет! Короче, сразу первые эмоции. Вроде все окей. Посмотрим, что вообще как обтикнуться. Оказывается, там еще нужно было футбол шарить, слава богу, с этим все окей. Собственно, на студийку. Только еще не решил. Такси, метро. Черт, на съемку не взяли. Ребят, готовимся к завтрашней съемке. Короче, самое основное, что нужно сделать с вечера, это подготовить одежду. Короче, у нас тут самое главное, это яйца с Пасхи. И вот тут еще кусок самой Пасхи. Вот, также пару бутеров хреначим, овощи, там все дела. Это то, на чем завтра буду вообще выезжать. Вот это, короче, писец. Может быть, для кого-то это нормально, но сейчас без 5-6 я встаю, чтобы ехать на съемки. Ребят, вот я подхожу к студии, кидаю там вещи, иду за машиной, за каршерингом. Выгляжу максимально нарядно, максимально во все, что было. Кофик там, байкер тут. Мне даже куртка не застегивается из-за этого. Вот, и будем ждать трех попутчиц, с которыми мы поедем уже на место съемки. Дай бог, день будет хороший, легкий и быстрый. Это вообще какашку. Кофе крутится, чай делается, Жаров поется вместе со своим госпел-хором. Да. Короче, вот мы все собрались сегодня, все наши банды где-то там, вот, отправляемся наконец-то на съемки, и вот этот час мы сегодня будем тебя нагримировать, как удачно совпало. Какая честь! Прям именной пакет с костюмом. Потрясающе просто. Настало время грима. Глицерина для начала, да? Наложить жир нужно обезжирить. Максимум черные. Максимум. Волосы там. Ну вот, это все после того, как нас переодели.
Но это еще был только первый день съемок. Впереди еще второй. Правда, там я чуть меньше задействован. И, возможно, буду не такой ушатанный вообще, потому что что-то как-то вообще в какашку, хотя обычно бывало дольше и сложнее, но, возможно, просто давно не было, скажем, таких съемок, и поэтому что-то надо войти в колею. Вот и настал второй день съемок. Сильно ничего не меняется в моей физиономии, но меняется вот что. Теперь мы на всем хорошо, господи, известной машине. У нас сегодня такой же состав, и я буду девочек сажать только на заднее сиденье, потому что работает только одна задняя дверь. Максимальный лухарый. Это, да, это все про меня. Чтобы посмотреть, как он делается. Ладно, короче, сегодня мы почкованием все-таки размножаемся. Нас стало больше. Вот что делают съемки на викингах. У нас пополнение. У нас пополнение. Вот от викинга родили ребенка. Правда, от какого неизвестно. Будем сегодня... А там уже не важно. Не важно. Подрастем, поймем. Кто еще не понял, мои сцены отсняли, а теперь я помогаю всем и вся, участвуя в массовке. Буду под каждым кустом, видимо, валяться. Нельзя снимать происходящее, просто, скажем, наш режиссер мне разрешил чуть-чуть ничего непонятного поснимать, особенно с моим участием там, где я. Вы не думайте, что там, вот как это в прошлый день было, что офигеть, какой уставший, раскрашенный, пришел, типа, нихера не делал. Нет, на самом деле, я как бы снимал первых минут 40, наверное. А еще впереди было 11 часов. То есть я даже до моего шрамирования, по-моему, снимал. Ну, естественно, когда-нибудь это вы все увидите. Ну, я сейчас иду, короче, на съемочную. Лес один, если меня кто-то увидит, будет очень ржачно. Найти не могу. Хожу по лесам, по полям. Не знаю, наши, не наши. Пойдем по горам. Следы есть какие-то. Не знаю, насколько они актуальны. Тут горы. Ух, да, кажется, нашел. Сейчас стало дойти. Это же даже не слышно. Ни хрена. Петульки. В общем, вот и закончился второй съемочный день наших викингов перед лицом Одина. Сегодня я максимально участвовал в массовке, потому что все свои сцены мы успели снять в предыдущий день. Поэтому сегодня я просто красивый. Ну, если что, у меня все лицо в грязи, но слишком моя идеальная кожа этого не отображает. Чтобы, скажем, не затягивать серию или искусственно ее не расширять.
мы пока остановимся на этом. Спасибо большое, что следите за всем тем, что происходит в моей жизни, в частности, в актерке. Если вам интересно вообще все то, что происходит, скажем, вне актерки, переходите и смотрите мои плейлисты, потому что там очень много всего интересного. А также ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии с пожеланиями, идеями. И увидимся с вами в следующих сериях.